державы, ее добытчик и кузнец. Наверное, нет такого человека, которому не были бы известны эти поэтические строки. Но в нашем крае издавна жили не только добытчики и мастеровые. Уральцы всегда считались самыми надежными, мужественными и умелыми воинами. В 18-20 веках наши земляки были участниками всех тех войн и военных конфликтов, в которых участвовала Россия. Отечественная война 812 года и Крымская война. Русско-турецкая и русско-японская войны. Первая мировая и советско-финская. Но одним из главных испытаний на прочность стала Великая Отечественная война. Каждый из современников тех событий запомнил ее начало по-разному. Но весть о нападении фашистской Германии на Советский Союз врезалась в их память навсегда. У нас спортивный городок был при военном училище. Он квадратный километр, 3500 курсантов. И мы каждую субботу, воскресенье всегда на спортивном городке были. Все участвовали в соревнованиях там и прочее, значит. И в 11 часов, значит, сигнал тревога. На городке, в городке построили, снова в казармы, взяли оружие. Вот, и вышли на построение, и ну то здесь нам объявили, что война. Напала фашистская Германия. Вот так было. Все, конечно, какая-то дрожь. Это какое-то, ну, чувство такое было непонятное. Никто не ждал войны. Я помню очень хорошо, такой был прекрасный солнечный день, воскресный. Всегда по выходным дням, по воскресеньям на спортполе, вот это сейчас район здесь больших домов, там стадион был, и завком профсоюза металлургов завода и райком комсомола гуляния. Спортивные игры организовывали, там была парашютная вышка. И, конечно, тоже я тогда, мы молодые были, и мы с мужем тоже собрались. И вдруг радио всегда было, кроме радио ведь ничего не было, тарелка. Передали сообщение. И, конечно, я сразу же пошла в райком партии, потому что меня в марте 41-го года приняли члены партии. Пришла, когда я туда, там уже был полный райком народу. Секретарь райкома был тогда Яковец Петр Никифорович. Он кратко сообщил. Очевидно, уже передали из обкома. И сказал, что нужно делать. Из завода пошли в завод, потому что работал он непрерывно. Там, да и потом сразу, потому что знали, что мобилизация, сказал, что вот какие годы будут мобилизованы. А нам сказал, чтобы мы все шли, готовили мобилизационные пункты. Вот я отправилась за Добрянку, я даже домой не зашла. Ребята уже узнали, я как раз выпустила 7-й класс, там перед самой войной классный руководитель была с 5-го класса, вот как школа началась. И ребята прибежали в школу сразу. Ну и мы начали выносить парты, готовить. Всю ночь, к утру мобилизационный пункт был готов. Разносили, уже вечером же разнесли повестки. И с утра началась мобилизация. И вы знаете, как будто под солнце померкло сразу. Настолько было это... Все равно страшно, тревожно, неожиданно. С началом войны Добрянский металлургический завод был переведен на выпуск спецстали с бронированной поверхностью листа, специального железа для гильз артиллерийских снарядов
люлик для пушек мотовилихи и другой оборонной продукции. На завод оборудование поступало с Украины. 42-й год, видимо, для завода был самый такой. Вот пока продукции-то он не очень много выпускал. А вот именно установка и монтаж оборудования. Потом, видимо, в конце 42-го года лучше стали работать. И ПИК, самый хороший такой производительный работы у завода был в 43-м году. 43. Недаром завод в 43-м году получил, значит, переходящее красное знамя Государственного комитета обороны, значит, и первое место, и звание лучший сталеплавильный цех Советского Союза. Вот так. Ну, в 42-м году я хоть это и не знал, а узнал только в 89-м, вот со слов директора. Кажется, в 42-м году приезжал сюда, в Добрянку, министр, ну, тогда нарком был, нарком вооружения, впоследствии, значит, маршал Советского Союза, министр обороны Устинов Дмитрий Федорович. В тяжелейших условиях работали в годы войны. Уходящих на фронт мужчин заменяли женщины, старики, дети. В семьях очень плохо жили. Хорошо, если есть еще корова, а ведь надо было сдать. Надо и молоко. Сдавали по 300 литров, по-моему, тогда сдавали. Мясо нужно. Если что, вырастет кого-то, теленка специально, или там овечку, значит, надо сдать это. Хоть кур нет, их нечем кормить, надо яички сдать. Шерсть обязательно. И одеты, конечно, ребята были очень плохо. Во время Великой Отечественной войны только Добрянка приняла 2500 эвакуированных граждан из западных районов страны. Многие из них тоже работали на заводе, оставляя малолетних, порой грудных детей, в яслях и детсадах. Для фронта нужны были медицинские сестры. Открылись здесь курсы, и на курсы взяли меня медицинской сестрой. Ну, после окончания этих курсов пошла я работать, также взяли в детские ясли старшей медицинской сестрой. Это во время войны. Детей ясли, первые ясли имени Копылова, детей было там 125, много было детей. Ну, холодно, голодно. Дети от месячного возраста и до 7 лет были все в детских яслях. Не хватало еды, мерзли ребята, детишки эти. За столом были опухшие ножки, голые, синие, одеть было совершенно не во что. Что возможно, по возможности было, все для них делали. Были такие случаи, что ребенок упадет, пока поднимает крошечку с полу, если она упадет, маленькая крошка упадет, и уж он не мог встать. Очень такая картина была трудная. Несколько умирало детишек. В день даже по два. Такие были случаи. Матери работали круглые сутки. Приходили только на кормление ребенка. Или брали его на субботу, или на воскресенье тогда брали. Работа была трудная. Я спала в детских яслях вместе там детишками. Было еще 16 уж потом, наверное, все. Вот так продолжалась работа. Не посрамили себя добрянцы и на полях сражений. Добрянский край отправил на фронт 6616 своих сынов и дочерей. Они несли службу во всех родах войск, от Баренцева моря на севере до Кавказских гор на юге. За плечами фронтовика-гвардейца, бойца знаменитого Уральского добровольческого танкового корпуса Алексея Васильевича Кутергина, Латвия, Литва, Польша, Германия, Чехословакия. Но особенно он запомнил свой первый бой и бой в Берлине. Начало боя, конечно, страшно, а потом, когда уже начинают работать и артиллерия, минометы, пулеметы, стрелковое оружие, там солдаты, то ты уже в какое-то входишь такое состояние, что ну, чувствуешь, чтоб не убили,
но и в то же время, значит, уже отключаешься сам от себя, что ли, отключаешься. Вот этот страх, как он проходит. 16-го, значит, апреля начался штурм Берлина. Описать панораму этой битвы, этого сражения на словах просто невозможно. Это быть надо там. Почему? Потому что город большой, город горел, значит, тысячи самолетов с немецкой, с нашей стороны постоянно висели в воздухе и бомбили. Я вот не знаю, насколько было, скажем, нашим и немцам известно о том, где надо бомбить. Но бомбили. Вот там, кто кого бомбил, значит, так, представляете, какой гром, шум стоял от этой бомбежки. Теперь и наши войска, и немецкие войска, из всех видов орудий, из всех видов вооружения, значит, вели стрельбу. Поэтому стоял такой гром в городе, это 16 или 18 дней, значит, днем и ночью бои не прекращались. Не менее славный боевой путь за плечами участника боев на Малой Земле, в Крыму, в Польше, в Германии, Николая Федоровича Брылева. Я командовал уже этой батареей 7-6 пушек, подбил я 8 танков на одном из рубежей. Вот. А под Варшавой, значит, на Нарьевском плацдарме там мы, я тоже еще 8 танков подбил. Как-то вот так немцы засекли наши 152 самоходные орудия, ну, самоходки, и туда нацелились, и они как вот выходят из-за рощи и поворачивают бок, не подставляют. Вот я и бил эти танки, подбил 8 танков. Неисповедимы пути Господни. Кровавые вихри военных лет раскидали современников тех событий на тысячи верст. Кто-то сражался на фронтах, кто-то ковал победу на заводах и колхозных полях, а кто-то, волею судеб, оказался в фашистских концлагерях. Ну, где-то через час нас уже с собаками стали догонять. Собаки взяли след, и по нашему следу мы тут скатились во враг, и собаки тут же. И мой напарник, как-то им подвернулся тут хороший такой сучок, и он этим сучком стал бить собак. И тут же раздалась автоматная очередь, ее сразу по груди вот так ее убили. А меня свалили собаки. Ну, у меня тут и на ногах есть отметины порядочные. Ну, потом как подбежали эти жандармы, подняли меня, собак отогнали. Ну, страшно, вот это момент, когда над тобой одни рвут вот тут брюки и пиджачок, а другой вот тут пес вот так хватил меня и лапы поставил сюда, и я боялся, вот так закрывался, чтобы он мне глотку, что-то мне такая мысль была, хватит за глотку, все, хана. Этот человек прошел все круги ада. Перед его глазами до сих пор стоят оскалы разъяренных овчарок, силуэты повешенных людей, густой дым крематориев и пропасти страшных рудников. Для него, человека, побывавшего в руках гестапо и СС, узника лагеря смерти Маутхаузен, война и фашизм – понятия не абстрактные. Была выбраковка, и вот эта выбраковка – это самое страшное. То есть выстраивали всех по 100 человек в коробке, как на параде. Если последний там сколько уже будет. И вот шли вот этот арбайтсфюрер, лагерьфюрер, и каждый блоковый шел. Это блоковый, то есть тоже заключенный, ну, вот этого барака. В бараке где-то 250-300 человек помещалось. И какие-то врачи в халатах идут, и вот по ряду идут и смотрят. И вот не знаешь, ну как себя вести? Или смотреть на него, и отворачиваться от него. И не знаешь, укрепись вроде, чтобы это ты еще здоровый. И потом, если увидел, что качнулся, стоя человеку качнулся, все, показал, а тут идут. СС-овцы сразу выбросят из строя, и тут их набирают пачку и отправляют туда в санчасть.
И оттуда, конечно, никто не возвращался. Так вот это, ну ж, и не хочешь вроде дрожать, она тебе, ну все дрожит, ну не хочешь, а пот покрывается. И на таких проверках я был, в Обраковках был, наверное, раз 7. Я считал, ну сейчас не помню точно. Это очень страшно. И вот бывало как-то под друг дружку поддерживаем, как плотнее прижимаемся, чтобы, ну не выбракали. Ну так ничего. 55 лет прошло с той страшной, тяжелой и героической пары. Но каждый год фашистские пули и осколки продолжают настигать ветеранов Второй мировой. Из 3500 фронтовиков-добрянцев, вернувшихся 55 лет назад домой, в строю на сегодня осталось менее 400. Тем важнее сохранить память об их подвиге, о подвиге на фронте и в тылу. 9 мая 2000 года. Добрянка. Людское море. Алое знамя победы. Слова благодарности к тем, кто выстоял и победил 55 лет назад. Вспомним сегодня о тех, кто отдал ради победы свою жизнь. Вспомним о погибших на фронтах, о ваших боевых друзьях, дорогие ветераны. Вспомним погибших под бомбами, сожженных в печах концлагерей, замученных в неволе. Вспомним о тех, кто погиб от голода, болезней, лишений, от злоений карателей. Все они погибли, чтобы мы могли жить, чтобы смогли собраться через 55 лет на юбилей Победы. Вспомним о них.